Привет! Сегодня я хочу вам рассказать еще об одной замечательной книге от издательства Компас Гид. Я прочла пока у этого издательства только 3 книги, но я поняла, что у них очень такие добрые, нужные, поучительные книги для детей и подростков. Книги, которые нужно читать и детям, и подросткам, и взрослым. Они глубокие, они душевные, они затрагивают очень важные жизненные ситуации и струны души. Очень добрые книги, очень нужные, мне кажется, в наше время. Книга, о которой я сегодня хочу рассказать, это «Здравствуй, брат мой Бзоу». Насколько я понимаю, эта история реальная или основана на реальных событиях. Действительно замечательная история, рассказывает нам о дружбе юноши и дельфина. Начинается все с того, что в книге описывается маленькое село в Абхазии, село Лдзаа. Да, сложное название, здесь много сложных имен достаточно. Не то, что сложных, просто нам непривычных, но тем не менее мне это нисколько не мешало читать. Так вот, в селе Лдзаа простая жизнь, сельская, в то время как описывают, что вся страна уже более-менее такая современная, но в этом селе до сих пор вспахивают землю сахой и мотыгой, до сих пор все держится на натуральном хозяйстве, они не смотрят телевизор, они читают газет, они вообще, в принципе, это село очень отдалено от внешнего мира и такой живут своей обособленной жизнью. Главный герой — это юноша Амза, которому 17 лет. Он также живет очень спокойно, размеренно. Вместе со своим братом он помогает родителям заниматься домашним хозяйством. И они живут на берегу Черного моря, где иногда можно встретить дельфинов. И в один из дней, когда они с братом собирались на рыбалку, они замечают на берегу дельфина. Дельфина, который выбросился из воды или которого выбросило, непонятно. Они его находят, Амза понимает, что хочет его спасти. Он убедил брата, чтобы они столкнули его в воду, и когда они все-таки смогли его вернуть в море, поплыл, ожил. И с этого момента начинается история Амзы и дельфина. Дельфин стал приплывать к ним каждый день, и Амза стала с ним проводить очень много времени. Они купались, он с ним разговаривал, рассказывал ему все свои новости. И он дал ему имя. Дал ему имя Бзоу. Называл его своим братом, и они действительно подружились. Юноша очень привязался к дельфину, а дельфин к нему. Дельфин все время приплывал и ждал. И самое главное, у юноши был страх. Страх о том, что вот-вот ему исполнится 18, и он должен будет уйти в армию. И он не боялся армии, служили все мужчины в его семье, и он не боялся служить, но он боялся оставлять дельфина одного, потому как в селе были еще парни, которые, ну, такие задиристые, которые злые, которые могли навредить ему, которые завидовали его дружбе с дельфином. И вообще слава об Амзе разлетелась по всему селу, и все, кто-то завидовал ему, кто-то радовался, кто-то считал, что он немного сумасшедший. И говорили, это тот мальчик, что подружился с дельфином. Поэтому Амза боялся, что когда он уедет, а дельфин продолжит приплывать, кто-то может навредить ему. А вот здесь описывается тихое, спокойное лето. И примерно 2/3 книги, они очень, знаете, спокойные и размеренные. Кто-то, я думаю, может посчитать это минусом, потому что практически ничего не происходит. Но для меня это не было минусом. Мне было очень интересно и так спокойно читать эту историю. Тихий семейный быт, дружная семья. Но вот приходит конец лета, и Амзе исполняется 18, приходит его повестка в армию. И описываются как раз его душевные переживания, как ему тяжело уезжать из дома, его страхи, его надежды. Затем он уезжает. И мы читаем о том, как дельфин это переживает, как потом складываются обстоятельства. И могу сказать, что затем мы узнаем о войне. О войне в Афганистане. Узнаем вскользь, тут не будет каких-то военных действий, не будет рек крови и описаний каких-то убийств. Нет, ничего этого нет. И опять же, как я сказала, это село находится очень вдалеке. Будет говориться о том, что
война шла, но она на них, по сути, никак не влияла. Им они слышали только по радио, что проходят какие-то военные действия, но это было им вообще незаметно, пока они стали забирать юношей, пока они начали приходить похоронки. Вот. И я могу сказать, что здесь, да, нет каких-то страшных событий, описывающих войну, она описывается довольно-таки вскользь, но тем не менее за этот короткий промежуток времени мы понимаем всю жестокость войны, насколько это страшно, понимаем мы всего в нескольких предложениях. И это тоже очень сильная книга, книга о дружбе, книга о дружбе человека и животного, млекопитающего. И я не буду, конечно, говорить, как книга заканчивается и что, собственно, там будет. Мы все не любим спойлеры. Но могу сказать, что это очень нужная книга. И те, кто любит книги про животных, книги, добрые книги, очень поучительные, важные, эта книга для вас и очень душевная. Она учит доброте, она учит состраданию, любви к животным. Млекопитающим, ну, не будем заострять внимание, в принципе, нет особой разницы. Дельфин — это кошка, собака или любое другое животное. Ко всем нужно проявлять сострадание, понимание, любить и беречь, я думаю, что так. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Спасибо и пока.